Одинцовская лингвистическая гимназия уже 2 года является опорной школой издательского дома просвещения. На базе школы реализуется учебно-методический комплекс «Перспектива». О результатах работы на конференции рассказали ведущие педагоги учебного заведения. Программа действительно соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В ней рассматривается и личностно-ориентированное обучение, и системно-деятельностный подход, который сейчас стоит на первом месте в образовании. На областную конференцию приехали педагоги со всего региона. Для них это отличная возможность перенять передовой опыт коллег и познакомиться с новыми разработками в системе образования начальной школы. Одинцовская лингвистическая гимназия уже 2 года, опорная школа группы компании «Просвещение». И они нам сегодня помогают. Выступают наши авторы, авторы учебников УМК «Перспектива». И учителя гимназии показывают свой опыт работы. Мы очень надеемся, что это будет достойно, и коллеги из Подмосковья получат удовольствие и пользу. Какая она современная начальная школа? Какие основные задачи стоят перед педагогом? В ходе конференции спикеры ответили не только на эти вопросы. Развитие компетенций, индивидуальный подход в обучении, уклон на самостоятельную работу – это флагманы современного начального образования. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».